Сегодня по сцене клуба «Болеро» будут передвигаться ангельски красивые девушки. Они будут бороться за корону конкурса красоты «Мисс Бьюти Скай». И, как всегда, программа «Покидаем» покажет вам все самое интересное. Будьте с нами на телеканале R1. Чем ваш конкурс отличается от других? Ну, не буду говорить о том, что у нас самые красивые девочки, потому что, мне кажется, каждый организатор считает девочек очень красивых своих. Но, как бы, по сравнению с другими конкурсами, у нас хореография, вот, очень. У нас хореограф постарался на славу, поэтому я вот сейчас даже стою и переживаю, волнуюсь, чтобы девочки все правильно сделали, потому что они большие умнички. Кто является вашими партнерами? Какие подарки получат девчонки? Самое главное – это приз Beauty Lab, салон красоты. Это Юлия Пилипенко, главный директор этого салона. Она дарит сертификат на 5000 гривен. Плюс у нас есть сотрудничество с модельным агентством. И каждая девочка не останется без внимания. Сегодня участвуете в довольно необычном конкурсе, потому что он называется «Мисс Бьюти Скай». Что каждая из вас вкладывает в это понятие? Вот что это за девушка «Мисс Бьюти Скай»? Может, это больше ассоциация с ангелом каким-нибудь таким красивым. Честно, мы даже сами не интересовались. У каждого фантазия начинает по-своему работать просто. Расскажите мне, пожалуйста, как долго вы готовились к конкурсу? Кто был вашим учителем? Кто вас учил красиво ходить, улыбаться? Учителем у нас был полицейский. Полицейский. Да, Женечка. Расскажи мне, что тебя привело на конкурс красоты «Мисс Бьюти Скай»? Меня пригласили, в интернете написали. Я такая думаю, почему бы и нет? Ну, это еще как бы близко с моей профессией, да, там, театральное искусство, вот эта сцена, это все мое. Несмотря на дебют, ты себя очень уверенно чувствуешь. Это прям ощущается в каждом твоем слове, в каждом движении. Может быть, дашь совет девчонкам, как настроиться, как не бояться сцены? Ведь для многих это реальная проблема. Я с детства на сцене, я не переживаю. Совет, наверное, просто не волноваться. Если ты будешь волноваться, ты забудешь, ты собьешься, ты там подвернешь ногу, я не знаю. Самое главное взять себя в руки, просто выдохнуть, не нервничать. Я уже видела участниц сегодняшнего конкурса. Они все очень красиво накрашены, все с укладками, все в вечерних платьях. И я даже не знаю, как можно ставить им оценки. А какими критериями будете руководствоваться именно вы? Ну, вообще на конкурсах я обычно смотрю на артистичность девочки. То есть, ну, главное не то, как она выглядит, там, какая она красивая, а главное то, как она себя показывает. То есть, это конкурс, он рассчитан на харизму. И в первую очередь я буду оценивать именно ее. Так как девочка должна быть не просто такая вот ходить, вся, я такая вот вся классная, а именно должна вот показывать какой-то праздник, радость, тем более как бы конкурс новогодний, поэтому вообще она должна выложиться на все 100. Ваши впечатления от конкурса? Сегодня у ребят дебют, сегодня это их самый первый конкурс. Многие девчонки впервые сегодня вышли на сцену. В общем, вашими глазами, как это все выглядело? Все девочки красавицы, умницы, индивидуальные. У нас была возможность на примерке познакомиться с ними поближе и увидеть каждую там оперативность, профессионализм. Все умнички, красавицы, достойные победы. 100%. Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному. Не всегда легко, но результат был достоин, было красиво, было впечатляюще. Я думаю, зрители «Болеро» оценили сегодня выступление девочек.
smack it, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Smack it in the air. Fresher than you. Fresher than you. Ты знаешь, мы снимаем очень много конкурсов красоты, но я впервые вижу настолько искренние эмоции. Это слезы радости на твоих глазах, которые ты только что смахнула перед интервью. Это правда для тебя была такая неожиданность? Если честно, да. Ну, как-то, знаете, думала, есть конкуренты, которые, ну, может, выше меня. Так как-то, ну, не представляла себя в мисс. А тут так неожиданно как-то, ой, ну вот как-то так. Как ты думаешь, что помогло тебе победить? Мне кажется, поддержка, поддержки семьи, которая, вот все в меня верили, вот, кроме я себя, вот что-то как-то себя так настроила. Вот сказали, что выиграет, ну так и получилось. Я тебе желаю, чтобы этот модельный бизнес, эти многочисленные конкурсы, контракты, они не сломали тебя, чтобы ты оставалась такой же искренней, доброй, красивой девушкой. Спасибо большое.